Знаете ли вы, что означает этот логотип? Ну, Мурманская область. К сожалению, не знаю. Да, это нашему Мочегорску исполнилось недавно 80 лет. Мурманской области. Это логотип, который был создан к 80-летию Мурманской области. Да. Что? 80 лет Мочегорску. Ну, Мурманской области. 80-летие Мурманской области? 80 лет Мурманской области. Давно ли вы живете на севере? Да, всю жизнь. А с самого рождения? Я все давно. Я сама с Мурманска, здесь вот 4 года в Мочегорске. 3,5 года. А, да, 12 лет. Это сколько живу, столько лет. Как много? Ну, с рождения. Да. Ну, да. Сколько лет? Ну, я 10. 56 лет. А что значит для вас север? Это все для меня. Это моя родина. Север – это вся моя судьба, все мое детство. Ну, раз тут родилась, я уже коренная северянка. Это значит город мой. Холода, большие холода. Это очень люблю. Частичка меня и все мое сознание. Север – это, наверное, одно из самых красивых мест на планете. Поэтому уже вся жизнь на севере пройдена, больше некуда ехать. Ну, для нас север значит то, что родную там, землю. Да, мы на ней родились. Много для меня значит. Обожаю север, особенно Мочегорск. Особенно Мочегорск. Самый красивый город – это Мочегорск. То, как я мыслю, если бы я жила в каком-нибудь другом уголке земли, я бы не была такой, какая я есть. В общем, очень люблю. Не только свою родину, еще и север, Мочегорск, и все вместе. Назовите ассоциацию словом «север». Ну, север, вообще-то, это как бы холод. Вечная зима. Красиво. И зима красивая у нас на севере. Люди живут здесь мужественные, я считаю, которые не боятся ничего. Это красивое. И с северным сиянием, с красотой зимы. Холод. Холода. Очень, ну, красота. И осень. Уже привыкли. Морозный, наверное, скорее всего. Что можете пожелать Мурманской области к 80-летию? Процветание. Процветание всем. Чтобы она оставалась такой же прекрасной. Всем добра, тепла, уюта. Здоровье, самое главное, здоровье. Область становится краше. Вот. И чтобы все ее любили. Спасибо. Совершенствовалась, улучшалась, и чтобы побольше людей приезжали в Мурманскую область, потому что на данный момент большинство из молодого поколения уезжают отсюда. Хороших больниц получше. Чтобы она также росла. Чтобы процветала она, чтобы все было как раньше, мирно и никаких ссор, драк. Чтобы было всегда красиво, и на улицах было красиво, и северное сияние каждый день. И мир, чтобы был на земле. Бесконечные просторы, синего озер и рек, сопок снежные узоры не забудутся вовек. Волны Баренцева моря, флоту дом и рыбакам, реки с облаками спорят, гимн возносят горнякам. Слався Мурманская область, слався Заполярный край, честь храни свою и доблесть. Живи!